Дорогие друзья, всем привет! Продолжаем разбирать такую проблему, когда собака сильно тянет поводок. В одном из прошлых видео я показала такую штучку, купила. Называется тренировочный намордник. А вот будем тестировать, помогает ли он справиться с этой проблемой. Так, первая часть видео. Мы идем гулять с Мишкой, нашим песиком, на обычном ошейнике. Хочу показать вам, как он себя ведет. Плохо ведет, сильно тянет. Я удержать его не могу. Мой ребенок тем более с ним погулять не может. Совершенно не может удержать. Итак, гуляем вместе. Вот, ребят, идем. Может быть, видео не передает этого. Всю дорогу меня вот так вот рука в натяжку, и я еле его держу. Может быть, здесь не особо это заметно, но удержать его довольно-таки сложно. Я вот сейчас еле иду, чтобы не подскользнуться. То есть он как-то сильно дергает, он сильно тянет. Допустим, мой сын 10-летний удержать его вообще не может. Вот такая у нас проблема. Знаете, хочется погулять. У нас здесь такие места хорошие. У нас вот вокруг дома. Посмотрите, вот. Ой, сейчас он меня дергает. Вот дома, вот там наш дом. А здесь такой сосновый лесочек. В общем-то, красота. Гулять бы с удовольствием. То есть отпускать, побегать. Ну, тут надо аккуратнее быть дальше. Там трасса проходит, машины едут. И прогулка превращается в мучение, потому что всю дорогу он дергает, все время, ну, очень много сил отнимает. Вот, значит, сейчас погуляем на обычном ошейнике, затем оденем вот этот новый наш тренировочный намордник и посмотрим, как он будет себя вести. Ну вот, собачка там вдали к нам бежит. Друг его. Друг в наморднике. Ну вот не буду отпускать его с ошейника, конечно. Хочется им побегать и поиграть. Но боюсь, удерет. Да, Миша, да, хочется тебе поиграть. Ну, в следующий раз. В другом месте. Так что вот так, ребят, если можете какой-то совет дать, может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой, решили такую проблему. Буду очень рада. Пишите в комментариях ваши советы, подсказки. Итак, на собаке тренировочный намордник. Первая прогулка в этой обновке. То есть поводок крепится за колечко под мордой собаки. Ну и, соответственно, собаке неудобно тянуть, дергать поводок. Как видите, ведет собаку спокойно мой сын. Ну, в общем-то, прогулка более-менее прошла удачно. Мишка не очень доволен, ну и не сказать, чтобы совсем протестует. Так что продолжение следует. Спасибо всем за внимание.